Это реальная кукла Вуду на Гринча! Окей, все, пришел конец, но! О, черт! Он, ему реально больно! О, господи, что это за кровь? Где рана? Куда она делась? Че творим, бро? Меня зовут Царь Кионис, и просто сроу уже, бери, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм-банду. Ведь, поди, ты же знаешь, Петр, мой Суприм-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я, как вижу, прочей песне очень нравится быть под нами. Так что скорее вступай в мою Суприм-банду, чтобы быть смысленной бандой на Ютубе. Итак, банда, я надеюсь, вы помните, чьи это волосы. Это волосы настоящего Гринча. В прошлый раз, когда он снова приходил ко мне домой, я вырвал их с его головы. Но не просто так, банда, а чтобы привязать ему эту куклу Вуду. И сегодня, банда, с помощью этой куклы Вуду я уничтожу его. Но есть одна проблема. В прошлый раз, когда он приходил ко мне домой вместе с Дедом Морозом, когда я ему вырывал этот волос, я почувствовал, что у него на лице была какая-то маска. И когда я ему ее снял, то он просто исчез. От Гринча осталась только одежда, а сама маска стала какой-то деревянной. После чего я решил эту маску одеть на реального Деда Мороза. И он превратился в Гринча. Это был снова настоящий Гринч. То есть получается, банда, что вся сила Гринча в этой маске. Именно поэтому, чтобы уничтожить Гринча, нам нужно уничтожить маску. А тем временем, бро, давайте на это видео наберем 10 лайков. И тогда, банда, я сделаю куклу Вуду на Деда Мороза. Потому что в прошлый раз он как-то очень странно себя вел. Он вместе с Гринчем хотел меня убить. А также, бро, подписывайся на мой инстаграм. И в своем инстаграме, банда, я общаюсь со всеми вами. Так что будет скорее, ссылка в описании, ставь лайк, а я тем временем привязываю куклу Вуду. Погнали! И Суприм Банда, пришло время вам рассказать о игре Warface. Warface — динамичный бесплатный шутер, который играет миллионы игроков. Warface отличается огромным выбором как PvP, так и PvE контента на любой вкус. Любители PvP могут сражаться в 10 режимах. Отдельного внимания заслуживают PvE миссии с ежедневными заданиями во всех уголках планеты, которые включают в себя миссию в Припяти. Warface преобразился к новому году. Тебя ждут тематические праздничные карты и активности, за участие в которых ты сможешь получить подарочные новогодние пушки. Кроме того, в игре проходит сезон Рой, который включает в себя одноименную спецоперацию. Эта спецоперация стала одной из самых мясных, поэтому если хочешь покрошить сотни врагов, обязательно ее зацени. Также в Warface доступно более сотни современного стрелкового оружия. И на данный момент малое количество шутеров могут похвастаться такими показателями. Заряжайся новогодним настроением Warface по ссылке в описании. Качай игру в свой Steam и забирай подарочное снаряжение. А если же ты ранее уже играл в Warface, то скорее возвращайся назад по первой ссылке в описании. А мы тем временем, банда, продолжаем. Итак, банда, я надеюсь, вы готовы. Пришло время уже привязать эту куклу Вуду Гринчу и наконец-то его уничтожить. Чтобы привязать эту куклу Вуду, нам понадобится всего лишь волос. Мы вот так вот аккуратно его впихиваем, по идее, после этого кукла Вуду уже привязана. Теперь же, банда, чтобы проверить эту куклу Вуду, я позвоню по видеозвонку Гринчу. И когда я буду с ним говорить, я как-то ударю куклу, мы проверим, ли она работает. Потому что Гринчу станет больно. А там уже, банда, я думаю, Гринч сам придет ко мне домой. Окей, банда, надеюсь, вы готовы. Я звоню уже Гринчу на тот самый номер, на который и раньше. Очень надеюсь, что он возьмет трубку, потому что после прошлого раза, когда я его уже чуть ли не убил, он может просто испугаться и не взять трубку. Тем не менее, банда, я очень надеюсь, что мне удалось привязать эту куклу Вуду к нему, потому что я смогу убить только с помощью этой куклы Вуду, иначе никак, банда, намного сильнее. Эй, Гринч, это я, Сергей Онис. Нет, Гринч, на этот раз я подготовил куклу Вуду. Нет, Гринч, с помощью этой куклы Вуду я убью тебя. Но у тебя есть маска, в которую ты вселился. Если я уничтожу эту маску, то ты сразу же умрешь. И больше никому не испортишь Новый год. Думаю, что уже пришло время использовать куклу Вуду. Для начала давайте просто ее проверим. Я просто ее со всей силы сожму, посмотрим, как ему будет. А то он какой-то слишком самоуверенный. Раз, два, три! Кукла Вуду работает! Это была кукла Вуду Гринч! Нет, Гринч, с помощью куклы Вуду я запросто тебя убью!
Давай, приходи ко мне домой, решим, кто из нас сильнее. Я с помощью куклы Уду тебя запросто убью, Гринч. Я всего лишь ее сжал, чтобы если ударю ножом, ты просто сдохнешь. Тебе конец, Гринч, смирись с этим. Господи, Бонд, он просто отключился. Получается, кукла Вуду реально к нему привязана. Мощь у нее я могу запросто его уничтожить. Окей, тем не менее, Банда, теперь причем, когда он уже придет ко мне домой. Я уверен, Банда, он уже совсем скоро сюда придет. О, господи, Банда, это Гринч. Он все-таки пришел. Черт, это просто жесть, он снова влезает через окно. О, господи, Банда. О, черт. Нет, моя елка! Что ты делаешь, говно зеленое? Опять он мою елку ломает, как тогда от родителей дома. О, нет, подарки! Это подарки для Масти Банда. Только не их, пожалуйста, не ломай, Гринч. Нет, что ты делаешь? Что ты натворил, Гринч? Второй подарок. Это были подарки для Насти, господи, нет. Все, ты доигрался, говно зеленое. Тебе конец, Гринч, но... А, черт! Ему явно больно, просто жесть, вы видите это? О, что? Черт! А нет, я? Ты меня видишь? О, господи, кукла Вуду, на! О, черт, просто жесть! О, господи, Банда, это Гринч! Отстань от меня, чучело зеленые! О, господи, нет, отстань! Черт, это просто жесть, Банда! Вы это видите, это он делает! Он хочет меня убить, это просто жесть! О, господи, я пытаюсь сдерживать его! Он реально очень сильный, Банда, вы это видите? Нет, Гринч, отстань от меня, пожалуйста! О, господи, Банда, я не могу ничего сделать, пожалуйста, Гринч! А, черт, пусти! Пусти дверь! О, господи, Банда! Фу, я от него избавился! О, черт! Это просто жесть, вы это видели? Если бы я его не укусил, бы просто меня убил! О, черт, такая жесть! Я не хочу выходить отсюда, меня просто убьет! О, господи, нужно аккуратно посмотреть! О, черт, как же мне страшно! Вроде бы никого нету! Просто жесть, Банда, это был реальный Гринч! Он меня серьезно хочет убить! Банда, о, господи! Черт, он реально идет сюда! Нужно срочно куда-то прятаться! Скорее, Банда! Просто жесть, куда он делся? Почему он больше за мной не бежит? Это просто жесть, Банда, это был реальный Гринч, вы это видели? Он прямо зашел ко мне домой и ломал мои подарки. Те подарки, которые хотел подарить Насте. Просто жесть, Банда, не знаю, что теперь дарить. Там просто все подарки сломаны. Окей, Банда, его все еще не видно. Куда он вообще мог деться? У меня в доме стоят скрытые камеры. По скрытым камерам, Банда, мы сможем за ним проследить и узнать, что он делает прямо сейчас в моем доме. Итак, Банда, его пока что не видно. Просто жесть, мне в это не верится. Это был реальный Гринч. Он испортил все подарки, которые хотел подарить Настя. О, Банда! Это он! О, господи, он был на моей кухне! О, черт, он ищет меня, вы это видите? Что он делает? Зачем он открыл мою шкафу? Зачем он роется в моих вещах? Что с ним не так, Банда? Что это? Зачем он вообще это делает? Просто жесть, Банда, не понимаю, что ему нужно. Он испортил все мои подарки. Он ищет подарки, Банда! О, нет, это подарки для моих родителей! Только не это, он нашел их! Неужели их тоже теперь испортит? Просто жесть, Банда, что он вообще делает? Пожалуйста, Гринч, остановись! Ты не можешь портить все мои подарки! Уже который раз я покупаю новые подарки, он каждый раз их портит! Окей, просто жесть, Банда! Он хочет выбросить их в окно! Вы это видите? Он их ломает и просто выбрасывает в окно! Это просто жесть, зачем он это делает, Банда? Вы это видите? Мне просто в это не верится, Суприм Банда. Он испортил все подарки, которые только были в моем доме. И все их просто выбросил в окно. О, господи, Гринч реально ужасный. Ему нужно скорее уже уничтожить. А то иначе испортить все подарки всех детей. О, господи, он просто все выбросил. Это просто жесть, Банда. Вы это видите? Окей, Банда, уже пришло время серьезно уничтожить Гринча. Черт, Банда, нужно срочно его остановить. Почему я вообще его боюсь? Я же могу запросто его убить с помощью куклы Вуду. Окей, его вроде бы пока что нигде не видно. Около окна его нет и около шкаф и так же. Окей, давайте как-то аккуратно выйдем. Вроде бы нигде нету. О, черт, подарки, Банда! О, господи, просто посмотрите! Такие подарки уже точно никому не подарить. К сожалению, Банда Настя в этом году будет без подарков. Просто жесть, куда он вообще мог деться? Черт, Банда, нет, Гринч, пожалуйста! О, господи, отстань от меня! О, черт, Банда, нож! Окей, все, пришел конец, на! О, черт, Банда, ему реально больно! О, господи, что это за кровь? Просто жесть, вы видите это? О, черт, Банда, что с Гринчем? Похоже, я все-таки его вырубил! Просто жесть, Банда, посмотрите, он лежит! О, господи, а где рана? Куда она делась? О, черт, просто...
просто жесть, банда, вы это видите? Похоже, все же я вырубил Гринча. А я, тем не менее, банда, давайте теперь снимем ему маску. А черт, черт! О, господи, банда, я все-таки снял ее! Это маска! О, господи, тут Дед Мороз, он жив! Просто жесть, увидите это! Нужно срочно отсюда выходить, а то иначе подумаешь, что это я его ударил! Просто жесть, Суприм Банда, вы это видите? Это маска! Господи, нужно срочно ее как-то уничтожить! Один удар банды, маски больше нету! О, господи, на! О, черт, по идее, после этого Гринч точно мертвый! О, господи, пойду посмотрю, что там Дед Мороз! Банда! Просто жесть, Дед Мороз, похоже, очень сильно в отключке. Я же все же надеюсь, что он придет себе и оживет снова. Окей, тем не менее, бро, вот комментарий за прошлое видео. Просто Крис, какие не шикарные и чаще комментарии. А бро, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь просто позиция ниша. Даже лайк, колокольчик и все, бро, ты уже новое видео. Лайк, лайк, комментарий на видео, бандит. И также, бандит, ты помнишь, здесь я шлаку, я делаю куклу воду на Деда Мороза. Убивать его, естественно, я не буду, только немного испугаю. Потому что в последнее время он сам хочет меня убить. Так что, будет скорее ставь лайк, а также, бро, помни одно, оставайся таким шикарным, пока!